И все же, несмотря на предупреждения, люди продолжают нарушать правила безопасности при купании, что, в свою очередь, приводит к трагедии. Но история, о которой мы вам сегодня расскажем, с благополучным концом, благодаря отважному молодому полицейскому. О том, как профессия становится образом жизни, в сюжете нашего корреспондента. Теперь уже юный Гаджимагомед шутит и смеется. Вместе с родными и своим спасителем за чашкой чая рассказывает, как и на шутку тогда испугался, когда течение в море стало его уносить. Но, к счастью, рядом оказался неравнодушный, который не растерялся и бросился его спасать. Ну, если бы не он, я, наверное, бы утонул даже, я не знаю. Помог парнишке выбраться из воды сержант полиции Гаджимурат Тинамагомедов. В этот день он не был на службе, а просто отдыхал с друзьями на берегу. Когда услышал крики о помощи, вспоминает молодой человек, они с товарищами собирались уже уходить. Времени на раздумья не было, понимая, что от его действий зависит жизнь человека, бросился в воду. Ну, Гаджимагомед, иди сюда. Ты, говорит, куда идешь? А он говорит, я не могу. Я когда это услышала, эти слова, это, конечно, очень тяжело видеть своего ребенка, который я начала бежать за ним. Не знаю, как сказать, как отблагодарить. У меня просто нет слов. Я такая благодарна его родителям. Очень благодарна за такого отважного, за такого храброго парня. Я никогда его не забуду. 12-летний Гаджимагомед отделался лишь испугом, а вот сотруднику полиции понадобилась медицинская помощь. Он разбил подводные камни, ногу и руку в кровь. Но главное, признается полицейский, что успел вытащить мальчика на берег. Мать была уже, она по камням за ним идет. Я увидел это все, побежал туда, и вдоль камня уже, когда бежал, порезался, и кровь идет. И давай за ним плыть. Я к нему плыву, он от меня, его течением еще больше уносит. Я плыву, уже чувствую, что кровь идет, силу теряю. И он стоит, помоги. Куда деваться? Думаю, ладно, черт. Да будь что будет, да плыву. Вы собирались уже уходить, да, я так понял? Да, мои друзья в машину сели, я одевался. Я уже одетый был, и мне осталось телефон и туфли забрать и уйти. И услышал крик о помощи. И все бросил, побежал. Теперь за одним столом в этой семье пьют чай со своим уже таким близким другом. Ведь знаком с подобными людьми, признается Лейла, у них не так много. Она надеется, что Гаджимурат такой не один, и к подобному славному подвигу каждый готов. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала.